Приветствую вас на видеоверсии сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о старте продаж лимитированной серии кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition. Компания ООО «ММС РУС», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о старте продаж лимитированной серии автомобилей Eclipse Cross Black Edition. Компактный кроссовер создан на базе двух комплектаций нынешнего модельного ряда – InStyle 2VD и Ultimate 4VD с двигателем 1,5 литра. Отличительные особенности, подчеркивающие индивидуальность модели, это выполненные в черном цвете элементы отделки, решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка. Также Eclipse Cross Black Edition будет оснащен черными легкосплавными колесными дисками R18 и алюминиевыми накладками на педали. Модель будет представлена в следующих цветах – черный, белый перламутр, красный и серый металлик. Рекомендованные розничные цены в России от 1 миллиона 920 тысяч рублей в комплектации InStyle и от 2 миллионов 266 тысяч рублей в комплектации Ultimate. Производство лимитированной серии стартовало на заводе в Японии в январе 2020 года. Модель уже доступна в дилерских центрах на территории России. Количество автомобилей ограничено. На этом пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. До скорого!